Давайте немножко вообще поговорим про роль дизайна и роль дизайнера. Вообще к дизайнерам очень много внимания традиционно. Для них вот делаются специальные мероприятия. Эта профессия красивая, результаты работы красивые, эффектные. И эта профессия востребована и перспективна. Но на самом деле нужно понимать, что дизайн — это всегда все-таки служебная дисциплина. И она глубоко интегрирована в производственный цикл. Например, выпуска нового продукта на рынок. Или, например, создание сайта в агентстве. Этот цикл всегда выглядит примерно так, в общих чертах. Он может отличаться, но суть всегда одна. Начинается работа со сбора требований, потом проводятся дополнительные изыскания, чтобы эти требования уточнить. Потом создается концепция проекта, которая описывает общие подходы к его описывается, дается ответ на вопрос, как мы собрались решить поставленные задачи в разных аспектах. Проводится детальная проектная работа, например, для сайтов это прототипы. После этого выполняется визуализация, мы получаем дизайн, собственно. Да? Переходим к разработке продукта. И затем отдаем его в эксплуатацию. После того, как он кем-то где-то используется, можно провести оценку результатов и вернуть этот цикл на доработки, например, на вторую итерацию или выпустить там новую версию продукта. Да, и сам по себе, обратите внимание, визуализация — очень маленький блок работ во всей этой истории, он очень маленький и незначительный. И сам по себе дизайн и результаты работы дизайнера, они не имеют какой-то особой ценности. Потому что мы создаем инструменты. Эти инструменты используют другие люди уже для создания собственной ценности. А в коммерческом дизайне мы почти всегда работаем под задачи маркетинга.